Мой любимый отдел в строительном магазине. Ага. Тут завезли всякого добра. Airheads. Всякие бамбуки. Вот у них вот странно, да, вот в Америке почему-то вот именно вот это дерево называют денежное дерево. Я не знаю. Это написано бонсай, сейчас я покажу, найду денежное дерево. Ой, тут кактусы с всякими разными бомбонами, помпонами. Это вообще непонятно, что это такое вообще. Fire sticks. Что-то непонятно. Тут такая секция кактусов. Что у нас тут? Тут у нас всякие такие штучки. Штучки-дрючки. Тут что-то прям тепло так. Какие-то тропические. А может быть им тут и тепло, потому что тропические. Там вот такие красивые маленькие. Угу. Ну, а тут вот орхидеи пошли. Наверное, им все-таки тепло включают. Потому что тут тепло и влажно. Вот эта вот красотка. Какая красивая. Это какая-то мини-мини. Тут прям вот прям бордовая. Желтая, зеленая. Ага. Ой, ну а тут что-то такое прям красивое. Что-то вообще непонятное. Тут такая вот мини-орхидея. Сколько она стоит? Вот эта маленькая, $13. Ага. Так, что тут у нас? Тут у нас вот какие-то такие вот маленькие, вообще красивые. Ага. Разноцветные. Но они мини-мини. Ой, а вот это вообще, смотри, прям. Как она называется, интересно. Непонятно. Цвет красивый. У нас продаются эти, как они выращивают в горшочке. Это он так и есть, рождественник. Там одна луковица. Я не знаю, я покупала, у меня ничего не выросло. Это надо, это, как говорится. А вон эти уже еще типа проросшие продают. И что с ними делать? Вот у нас снег лежит. И куда их? Вот это вот одна луковица такая, бульба. А вот она уже пустила эти. Она уже прям... Я не знаю. У нас всякие кактусы. Ну, вот так вот.